Привет, YouTube, все, кто смотрит данное видео. Сегодня я расскажу вам о программе Arm Switcher 3.2. Вот. Что это программа? Программа предназначена для исправления текста. В общем, бывает так, своими словами расскажу, что печатаешь раз на экран и смотришь, что у вас английская раскладка, вы русскими пишите. И вам приходится текст удалять и заново переписывать. Или вы наоборот, регистр букв меняете. Заглавную ставите маленькую, остальные все идут заглавными. Смотрите, блин, надо перепечатывать. А эта программа, она все исправляет. Тремя кликами. Что она может? Смотрим. Допустим, пишите вы. Думаете, что пишете по-русски. Все. А смотрим на экран, что на английская раскладка. Что эта программа может? Может она перевести текст. Как с русского на английский, так и с английского на русского. Дальше. Может, например, если мы пишем. Вот так у нас получается, да? Можем перевести. И видим, что первое у нас не заглавное. Остальные все заглавные. Это исправляется легко. Можно вот так сделать. Можно вот так сделать. Можно сделать вот так. Все это горячими клавишами. Эта программа исправляет. Вот. Сама программа висит в трее. Вот она. Настроечки элементарные. Можно поднастроить под себя. Ничего сложного нету. И очень упрощает жизнь. Ссылка на саму программу будет, как обычно, под видео. Программа бесплатна. При установке только выбирайте ручную установку, не автоматическую. А то установятся Яндекс.Бары всякие. А там галочку просто снимите, что устанавливает Яндекс.Бары, и все. Вот такая программка, ребята. Пользуйтесь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до свидания.